Ты опоздал. Училка не хотела отпускать на перемену, и я отпросился в туалет. Блин, мне хана! Да, тебе хана. Если не принес то, что мне нужно. Ага, да, да, ага. Не пались. Слушайте, а это сработает? Контрольная, это устная? По статистике, вероятность того, что ты провалишь контрольшу, равна нулю, если ты связался со мной. Просто вставь это в ухо и прикрой волосами. И как это работает? Слышишь меня? Угу. Допустим, вопрос номер 7. Определение энергии. Повторяй за мной. Энергия – физическая величина, которая характеризует способность тела или системы тел выполнять определенную работу. Систему тел выполнять определенную работу. Властелин колец. О-о-о! Дальше. Термин «энергия» ввел в физику английский ученый Томас Юнг. Или я, смотря кто переводил. Получается, я чувствую себя таким умным. Мановар, говно! А ты не хочешь за это словить? Не то, что это идиот. Это твой рэп, говно, горилла, ты конченая! Да, и этот идиот мой брат. Звонок! Вот черт, сейчас контроль начнется. Ну так поторопись. Я буду на связи. Привет, суслик. Чё надо? Да так, ничего. Ты с ним закончил? Нет, йоу! Я сейчас заставлю его свою футболку сожрать за то, что рэп говном назвал. Еще какое говно? Ну, пиздец тебе. Суслик. Погоди. У меня для тебя есть выгодное предложение. Мне известно, что ты живешь в доме 8 напротив видеомаркета. Я видел, как ты часто поглядываешь в этом магазине на новую Соньку. Я знаю, что ты хочешь ее получить. И я слышал, что твой батя собирается подарить ее тебе на днюху. Проблема лишь в том, что твоя днюха в начале июня. А тебе, с твоими оценками, грозит остаться на второй год. Ты представляешь себе свой день рождения? Молодец, сынок. Наконец-то ты второгодник. Вот тебе новая Сонька. Ага. Черт! Я... предлагаю тебе. Ти, вопрос 37, ти, прием. Итак, я слушаю, вопрос 37. А, да, сейчас. Вопрос 37. Это строение атома. Охренеть, ты 2 метра пролетел. Фу, ты вынул ее изо рта. Не смей я теперь фу, мерзость. Итак? Да. Атом. Атом от греческого атомос. Что переводится как неделимый. Состоит из положительно заряженного ядра и отрицательно заряженного... Ай, да не трогай ты меня. Элементов. Элементов. Тебя-то за что? Не знаю. Ого, хрена себе, у тебя щека разбухает. Заткнись. Размер атома зависит от электронного облака. Так, реально разбухает. Тебя что-то рассмешило? Ди, у тебя, походу, сотрясение. Ты такой бред несешь. Отстань! Атом. Атом. Состоит. Состоит.